Набор цветных карандашей из 24 штук. Производитель Китай. Сделаны карандаши в марте 2020 года. Срок годности 24 месяца. Стоит набор 99 рублей. Упаковка сделана в виде забавных сказочных зверей. Состав: дерево, вода, каолин, микрокристаллический воск, пигмент, диоксид титана, стеариновая кислота. Ручка от фирмы Kitchen на 420 мл, производитель Китай, состав фарфор. Произведена в августе 2020 года. Кружка большая, прямая, имеет большую круглую ручку, стоит 77 рублей. Представлена в двух цветах: светлый беж и пыльная роза. Поверхность кружек матовая, приятная на ощупь. Набор гребней для волос. В наборе 3 штуки. Произведено в июле 2020 года. Состав: полипропилен. Страна-производитель Китай. В наборе яркие, нужные расчески. Большой гребень, расческа с длинным тонким кончиком и обычная мужская расческа. Игрушка на радиоуправлении «Бешеный гонщик». Стоит 199 рублей, производитель Китай, состав ПВХ, полипропилен. Изготовлена в мае 2020 года. Работает от 5 пальчиковых батареек, которые в комплект не входят. Передние колеса вращаются на 360 градусов, игрушка светится и играет различные мелодии. Управляется с пульта. Детская игрушка «Растущий волшебный сад». Предназначена для детей старше 3 лет. Состав: эвополистирол. Страна происхождения — Китай. Произведена в августе 2020 года. Сочный, яркий, волшебный сад начнет расти, как только вы его погрузите в емкость с прохладной водой на 12 часов. Поливать игрушку нужно каждый день. Подвесная декорация «Скелет». Производитель Китай. Состав: полипропилен, полиэстер, акрил. Дата изготовления — июнь 2019 года. Стоит 99 рублей. Подвесные декорации «Скелет» есть разные, в разных цветах, поэтому я думаю, что вам лучше стоит посетить магазин для того, чтобы создать уютную праздничную атмосферу дома. Доска разделочная от фирмы Kitchen, стоит 199 рублей, размер 36 на 27 сантиметров. Производитель Китай. Состав: полипропилен. Изготовлена в августе 2020 года. В магазине 3 цветовых решения: сиреневый с белыми разводами, голубой с белыми разводами и черный. Эта доска напомнила мне всеми любимые доски из IKEA. Чашка от фирмы Kitchen. 310 мл. Производитель Китай. Состав: фаянс. Изготовлена в августе 2020 года. Стоит чашка 55 рублей. Представлена в 3 цветах: шоколадном, бежевом и цвет кофе с молоком. Выбирая чашки, будьте внимательны. Присутствует небольшой брак. Пиала Боу от фирмы Kitchen, 500 мл объем. Производитель Китай, состав фаянс. Изготовлена в августе 2020 года. Стоит пиала 55 рублей, представлена в магазине в 2 цветах – бежевом и темно-коричневом. Пиала имеет приятную поверхность, удобную форму, достаточно глубокая. Женская домашняя обувь, размеры с 36 по 40, стоит 199 рублей, производитель Россия. Состав: эвы и полиэстер. Произведены в марте 2020 года. Тапочки симпатичные, очень-очень мягкие, пушистые. Верх пристрочен к подошве. Представлены в нескольких. Машинка-робот. Предназначена для детей старше 3 лет. Производитель Китай. Работает от 3 мизинчиковых батареек, которые не входят в комплект. В коллекции, которую нам предлагается собрать, 3 цвета машин. Бирюзовый, зеленый и красный. Машинка светится и издает звуки. Произведена в ноябре 2019 года.
Игрушка-пистолет с резинками. А помните, в детстве мы делали такие сами. Состав: дерево, резина, полипропилен. Страна происхождения – Китай. Изготовлен в 2020 году в августе месяце. Предназначен для детей старше 3 лет. Поднос от фирмы Kitchen, диаметр 26 сантиметров, производитель Китай, состав жесть. Произведен в августе 2020 года. Сделан достаточно аккуратно, веселые такие расцветки, стоит 77 рублей. Игрушка-болтушка-повторюшка. Производитель Китай, стоимость 199 рублей. Работает от 3 мизинчиковых батареек, которые не входят в комплект. Произведена в октябре 2019 года. Это, по идее, енот, но какой-то он странный и грустный. Хвост у него отжали, и вообще он больше на собачку похож. Обувная щетка, стоимость 55 рублей, предназначена для удаления пыли и грязи с обуви и одежды и для полировки гладкой кожи. Производитель Россия, состав БУК, натуральная щетина средней жесткости. Произведено в сентябре 2020 года. Щетинки мягкие, не царапаются, щеточки хорошие. Новый увлажняющий крем для лица от фирмы «Чистая линия» «Органик Ромашка». Произведен в апреле 2020 года, производитель «Россия». В составе органическая ромашка, натуральные и органические масла, органический шиповник. Стоит крем 77 рублей, объем 45 мл. Шампунь для волос, невероятный объем. Стоит 55 рублей, объем 500 мл. Производитель Москва. Изготовлен шампунь в июне 2020 года. Производитель обещает нам укрепление волосяных луковиц, стимулирование роста волос, питание, увлажнение, увеличение объема и густоты. Женские береты на обхват головы 56-57 см. Производитель Китай, состав 100% полиэстер. Произведены в ноябре 2019 года. Я не могу сказать, что они мне понравились, как-то они выглядят достаточно странно, и ткань, и пошив, и вообще все. Подставка под горячее от фирмы Kitchen. Размер 16 на 16 сантиметров. Выполнена из бамбука. Стоит 77 рублей. Помогает защитить кухонную поверхность от пятен и повреждений. После мытья рекомендуется протереть и дать хорошенько высохнуть. Произведена в апреле 2020 года, производитель Китай. Чашка от фирмы Kitchen на 250 мл. Производитель Китай. Изготовлена в августе 2020 года. Состав фаянс. Стоит 55 рублей. Чашки очень симпатичные, высокие, узенькие, с удобной ручкой. Единственное, у них глянцевая поверхность, на которой будут отпечатки оставаться абсолютно все.